Вечером 26 июля в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр 2024. Мероприятие пройдет на берегу реки Сена. За считанные часы до официального открытия мероприятия американский рэпер и кинопродюсер Snoop Dogg стал неожиданным участником эстафеты Олимпийского огня. Не обошлось и без провокаций. За несколько часов до торжественного открытия Олимпиады Франция столкнулась с масштабным транспортным кризисом. Серия умышленных поджогов на железнодорожных путях привела к остановке движения поездов по всей стране. Тысячи пассажиров оказались заблокированы на вокзалах, а планы многих спортсменов и болельщиков оказались под угрозой срыва. Тем временем высокопоставленные лица Франции предположили, что атака на железную дорогу в день старта Олимпиады могли быть скоординированы Россией, чьим спортсменам запретили участвовать в церемонии открытия, пишет The Telegraph. К примеру, ранее в Париже был задержан россиянин по подозрению в шпионаже. Он был завербован спецслужбами РФ для провокаций на Олимпийских играх, пишет Le Monde. В Париже сейчас развернута масштабная подготовка по обеспечению безопасности во время церемонии открытия, в которой задействованы около 45 тысяч полицейских и тысячи солдат. Десятки мировых лидеров прибудут на церемонию открытия Олимпийских игр. Известно, что Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.